Лето завершилось в нашей области на мажорной ноте. Днем 31 августа столбики термометров показывали самые настоящие июльские значения. А вот в начале лета показатели говорили совсем другие данные. При этом дожди сопровождали нас все 3 месяца. Мы решили выяснить у тверичан, как они оценивают минувшее лето и какой месяц им показался самым теплым. Как пелось в одной популярной песне, вот и лето прошло, словно и не бывало. Да, быстро, как и все хорошее, закончилось то любимое многими время года. Для некоторых регионов оно стало действительно удачным. А вот в Тверской области насчет погоды вопрос оставался, что называется, дискуссионным. Лето было на любителя, как говорится. Все 3 месяца сопровождались обильными осадками, что, впрочем, не редкость для нашего климата. Гораздо необычнее были температурные перепады. И вот осень, в отличие от прошлого года, 1 сентября в плане погоды точно удалось. Дети привыкли приходить к учителям с цветами и видеть приближающуюся осень. Но не в этот раз. Осадков нет и на солнце плюс 30 градусов Цельсия. Что же это, уже бабье лето или климатическая аномалия? Так или иначе, сюрприз небесной канцелярии большинство понравился. Ну а мы решили узнать, что о погоде прошедшего лета думают тверичане. Погода этим летом была хорошая, но дожди были. Да. Когда были дожди, было не очень. Погода первую половину лета не порадовала совсем. Было прохладно, это чувствовалось. А вот сейчас, мне кажется, это такая последняя песня. Прекрасная погода, отличный подарок детям, отличный подарок всем, кто отмечает День Знаний. Погода великолепная. Самый приятный месяц называется лето. Ну, мы только недавно приехали. Ну, погода отличная по сравнению с городом Мурманск. Очень хорошая погода. А какой месяц был для вас самым приятным? Июль. Было много моментов хороших, теплых. Как мы видим, несмотря на общее недовольство осадками, мнения жителей сходятся, и большая часть тверичан довольна летом. Основная часть людей надеется, что теплое бабье лето побудет с нами подольше, и солнце будет радовать хотя бы ближайшие пару дней. Ну а осень будет классической, золотой.